Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мисси Кэтч, меня зовут Александр. И сегодня 121 день, как я изучаю английский язык. Продолжаем изучать, пока есть у меня алмазы. А ну-ка, перейти в магазин. Тут все взято, двойной выигрыш. Хорошо. Пока есть у меня алмазы, прокачаем немножко навык, пока хватает. Так, что там, запись пошла? Планшет двигается, я на месте. Замечательно. Welcome, you are welcome означает пожалуйста. Хорошо. Заполните пропуск. I eat fish. Я ем рыбу. I eat fish. Точка. I eat fish. Я ем рыбу. Слишком громкий щелчок. Надо потише для себя сделать. Такс. Наш чек, пожалуйста. Так. Our check, please. Our check, please. Так, пишем. Пишем. Our check, please. Так будет. Наш чек, пожалуйста. Our check, please. Вы вместе? Are you together? Are you together? Together. Are you together? У меня есть 4 красных змеи. I have 4 red snakes. I have 4 red snakes. I have 4 red snakes. У меня есть 4 красных змеи. I have 4 red snakes. У тебя есть собака, Бен? Do you have a dog, Ben? Do you have a dog, Ben? Do you have a dog, Ben? У тебя есть собака, Ben? Do you have a dog, Ben? Моя девушка очень умная. My girlfriend is really smart. My girlfriend is really smart. My girl friend is really smart. Моя девушка очень умная. My girlfriend is really smart.
У меня есть две белые змеи. I have. У меня есть. У меня. I have two white snakes. Так будет. По-моему, так. I have two white snakes. У меня есть две белые змеи. Почему говорят, у меня есть две красных змеи? Их на конце. А тут две белые змеи. Почему не две белых змеи? Как правильно? Две белые змеи или две белых змеи? Две красные змеи или две красных змеи? По-моему, они пишут красные... Две красных змеи. Ладно, не суть. I have two white snakes. У меня есть две белые змеи. Верно. Чашка чая. A cup of tea. A cup of tea. Чашка чая. A cup of tea. Верно. Прекрасно. Поехали дальше. Чашку кофе и наш чек, пожалуйста. A cup of coffee and our check, please. Так, я думаю, так. A cup of coffee and our check, please. Чашку кофе и наш чек, пожалуйста. A cup of coffee and our check, please. Верно. Вы официант? Are you a server? Are you a server? Вы официант? Are you a server? У тебя есть кошка или собака? У тебя есть. Do you have a cat or a dog? Так, do you have a cat or a dog? У тебя есть кошка или собака? Do you have a cat or a dog? Извините, вот ваш гамбургер. Excuse me. Here your hamburger. Hamburger. Я думаю, здесь «э» не ставится, потому что тут стоит «your», «ваш». То есть он уже его. Это не какой-нибудь гамбургер, а это его гамбургер. Поэтому здесь «э» не нужно. Ну вот, я так рассуждаю. А там посмотрим, как правильно. Excuse me.
Here your hamburger. Извините, вот ваш гамбургер. Excuse me, here your hamburger. Here is. Here is. Что-то я совсем забыл про глагол. Here is your hamburger. Да. Вылетело из головы, что должен быть глагол. Обязательно. Excuse me, here is. Даже я не подумал об этом. Что может быть is. Ты смотри как. Ладно. Here is your hamburger. Ладно, моя девушка Света. Юморист. Давайте напишем, и будет ошибка. Хотя как интересно будет юморист. Юмор это хьюмор, а юморист? Хьюморист, не знаю. А ну-ка. Юморист. Хуморист, действительно. Хьюморист. Хьюмор и просто ист. Добавляется, как тут юмор и юморист, вот так. Интересно. Ладно. Так, что-то я залип. Моя девушка Света, юрист. My girlfriend. Света, вот тут глагол, is a lawyer. Lawyer. Is a lawyer. Вот и глагол тут я сразу вспомнил, что надо и a поставить здесь обязательно. По-моему, так, опять-таки, это рассуждение все. Не претендую на правду. My girl friend. My girlfriend. Света. Is a lawyer. Моя девушка Света, юрист. My girlfriend Света is a lawyer. Верно. Дорогая, я счастливый мужчина. Sweetheart. I am a happy man. I am a happy man. Да. Sweetheart. Так. I am a happy man. Дорогая, я счастливый мужчина. Sweetheart, I am a happy man. Я везучий мужчина. I am a везучий. Lucky man. Счастливый, везучий. Это как будто сарказм. Я везучий мужчина, стоит перебинтованный весь, как в Фейбле я играю, там один был. Везунчик. 100 с чем-то повреждений, а потом встречаю его, а он уже призрак. Не повезло. Вот так и это. I am a lucky man. Я везучий мужчина. Да? Везунчик. Это
Где-то еще было, везунчик, знакомая. Такс. I am a lucky man. По-моему, в «Пиратах Карибского моря» там такой был везунчик. Lucky. I am a lucky man, да? Будет. Так, я везучий мужчина. I am a lucky man. Верно, такс. Наш официант из России. Our server. Is from Russia. А, подожди, это вопрос. Так правильно, все равно. Так, наш официант из России. Our server is from Russia. Ну да, глагол впереди. Все правильно. Is from Russia. Если бы это был не вопрос, а утверждение. Our server from... Our server... Подожди, наш официант из России. А, вот это утверждение. Our server is from Russia. А вопрос будет вот так. Is our server from Russia? Точно. Is our server. По-моему, ну так должно быть. From Russia. Я ничего не путаю. Он из России, было бы так. He is from Russia. Is he from Russia? Было бы, если бы, ну, это он, официант. Он из России, было бы is he from Russia. А так, он из России, это is our server from Russia. По-моему, так я рассуждаю. По-моему, в правильном ключе. Our is our server from Russia. А ну-ка. Наш официант из России is our server from Russia. Да, я оказался прав. Прекрасно. Так, я не милая. Черт. Но я очень умная. Че это такое? I am not sweet, да, милая? I am not sweet. Am not sweet. But. I am really smart. Так. I am not sweet, but I am really smart. Все верно написал. По-моему, так. Что там такое? I am not sweet, but I am really smart. Я не милая, но я очень умная. I am not sweet, but I am really smart. Верно. Извините, вот ваш гамбургер. Excuse me.
А, это я ошибку сделал. Here is. Я вспомнил. Here is your hamburger. Вот это и ошибка мне они решили. А ну-ка, повтори-ка свою ошибку, исправь. Сможешь исправить? Молодец. Нет? Повтори еще раз и исправь. Here is your hamburger. Извините, вот ваш гамбургер. Excuse me, here is your hamburger. Верно, прекрасно. Замечательно. Так. 5 алмаза. 121 день в ударе. Так, это в другой раз. Ну что ты, завтра закончу, но я надеюсь. Так, и теперь новый урок. А что у нас там был справочник в 10 разделе? Я его не читал. Справочник раздела 10. Ознакомьтесь с грамматикой и основными фразами этого раздела. Ключевые фразы. Поговорите об интересах. I'm sometimes play chess. Я иногда играю в шахматы. Такая вот теория. I have an apple. По-русски мы говорим «у меня есть яблоко». А по-английски следует говорить I have an apple. Это, I have по-моему, an apple. теория намного раньше была. Повторяется она. Что буквально означает «я имею...» Ну да, это звучит странно по-русски, но совершенно правильно по-английски. I have water. У меня есть вода. We have. У них есть, да. А, у нас. У нас есть дети. Со словами he и да, has. 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 Has, да, это мы знаем. Так, а, еще теория. Does. Вот это вот does еще не было. Мы уже говорили о том, что в вопросах со словом to be нужно всегда менять порядок слов. Are you Maria? Ты Мария? Ну да, Are you Maria? мы выносим Are глагол you в... Maria? Хватит. Мы выносим глагол вперед. Так. Если вы употребляете вопросительное слово, например, how это сколько, да? Или where? How? А как? Where это где? Where? Where? То оно становится в самое начало предложения. How are they? Как они? Однако, если это любой другой глагол, кроме to be, то нужно начать вопрос с do и оставить порядок слов как есть. Если вы употребляете he, she, it, то вместо do используйте does. То есть, если спрашивают, у тебя есть собака, это do you have, а если у них есть собака, это будет does. У них есть собака. Does. Как будет их? Это они, это we. Does we have? А ну-ка. У них есть собака. They have a dog. Подожди. А, да, а, ну это ж, да, это они. А, у него есть собака, а ну-ка. У него есть собака. Тут просто he has a dog. Разве так? А ну. I Где know Maria. пример из does? Он знает Марию. Does he know Maria? А ну-ка. Он знает Марию. А
Они нас не ставят здесь, смотри. Если я напишу, как там было, у него есть собака. Does he has, да? Подожди, это я не так написал does, как там does пишется. Do, yes, вот так. Does he... Или там не будет he. Да, вот. Does he know? Does he has? Это странно. Это ж has тоже глагол, да? Есть ли у него собака? A dog. У него есть собака? Они тут does не ставят, странно. Такс. Если вы употребляете he, she или it, то вместо do используйте does. Слова do и does в данном случае вообще не переводятся. Они лишь помогают нам задавать вопросы. А тут решили от них отказаться вообще. Или я что-то не понимаю. Давай вот так. Does he know Maria? Так, что ты переводишь сразу? Он знает Марию. Вот обратный перевод. Тут они does пишут. Does he know Marie? Ага. Тут вот такая Мари. А тут Мария мы пишем. А тут Мари на конце они пишут Ирик. Ну, why? Мы пишем Мария, ну там Света мы пишем, да? Что там было? Света. Софья. Мы тоже пишем вот так вот, и эй на конце. А ну-ка, Софья. София. Ну тут тоже они э. А если Софья? Софья. София тоже. Они PH пишут. А я пишу обычную F. Ладно, это не суть. Продолжаем. Давайте еще один урок сделаем и закончим на этом. Выберите слово черный, black. Все мы помним это. Black Lives Matter, да? Там было. Черные жизни важны. Black Lives Matter. Black. 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 Как они... Смотри, как они сделали. Взяли чернокожую студентку. И нам, типа, выбор. Black или student, типа. Молодцы. Black выбрали. И тут тоже, видишь, разные расы. Белокожий, чернокожий и какой-то. Смуглый какой-то. Ладно, далее. А, black, я написал black. The white coat is cool. The white... Почему здесь стоит D? The white coat is cool. The white coat is cool. Белое пальто классное, да? Белое пальто классное. А почему тут D стоит? Вот почему D? Скажем, не E, а D. Ну, допустим, a glass of water, стакан воды. Мне говорят, the glass of water.
Почему тут стоит D вместо E? Где это правило? Ride. Right. Что-то знакомое, right. Right. Rider. Да? Есть driver, водитель. Drive, водить, да? Right. Что-то знакомое, right, но что, не помню. А ну, right. Right. Ну да, тоже поездка с ездой. Ну, ездить, да. С ездой связано. Поездка, ездить, глагол. А ну вот, да, drive. Это синоним drive. Right. Поездка, ездить. Поездка, ездить. Ладно, хорошо. Right. Ride. Do you like these shirts? Do you like these shirts? Do you like these shirts? Тебе нравятся? А, this — это this, эти. Тут shirts, рубашки. Слышу this, но так как тут shorts, поэтому тут this. Это уже можно узнать по контексту. Это вот так. This, да? Я прав? Да. Shorts. По контексту можно понять. Тут this или this. Do you like these shirts? Тебе нравятся эти рубашки? Да. Тебе нравятся? Do you like? Ну да, это мы знаем. Do you like? Do you like? Do you like? Я молодец. Do you like the black dress or the white dress? Так. Do. A black или the? The. Do you like the black? Так пишется. Back — это назад, а black — черный. Do you like the blacks? The black shorts? А dress? Dress or, да? Or the white dress. Тебе нравится... Тебе нравится черное платье или белое платье? А, тут просто сказать. Do you like the black dress or the white dress? Тебе нравится черное платье или белое платье? Черно-белое. Носит только черное и белое. И пахнет сиренью и крыжовником. Говорит, я ищу женщину. Да, как и все мы. I like these black shirts. I like this black shirts. Мне нравятся черные рубашки. Эти. Мне нравятся эти черные рубашки. Эти черные рубашки. Гюнтер Одим. К вашим услугам. Мне нравятся эти черные рубашки. I like these black shorts, да? Мне нравится. I like. I like. Oh! I like these white shirts. Oh, I like these white shorts.
О, мне нравятся эти белые рубашки. Оу, такс. Мне нравятся эти белые рубашки. Вот нас уж в заблуждение вводят. Молодцы. Мне нравятся эти белые рубашки. Do you like the red coat? Do you like the red coat? Do you like the red coat? Тебе нравится красное пальто? Do you like the red coat? Do you like the red coat? Is there a fitting room nearby? Еще раз. Is there a fitting room nearby? Fitting? Это что такое? Примерочная. А почему они не подчеркивают? Это вообще новое слово. И room еще не было здесь. Я-то его знаю. Это комната. А, так это оно вместе. Fitting room. Примерочно. Но этого не было явно. Это железно не было. У меня все на видео записано. Этого не было. Is there fitting room nearby? Это вопрос. Is there a fitting? Fitting room. Примерочная. Fitting room nearby. Ну, nearby мы знаем. Это поблизости, да? Но это есть ли примерочная поблизости, да? Ну, странно. Они подчеркивают всякие там now или что-то еще такое, то, что было. А вот fitting не подчеркнули. Fitting room. Is there a fitting room nearby? Fitting room nearby. Есть ли примерочная поблизости, да? Вот, примерочная. Ну, это ж новое слово. Fitting room. Две Т. Fitting. На конце G. Fitting room. Примерочная. А у меня все флешбэк из проявочной, из... Life is Strange. Проявочная. Тут примерочная. Как будет интересно? Проявочная. Ну, это room, а как будет? А ну-ка. Проявочная. Dark room. Почему dark room? Проявлять. Mainfest. Проявлять пленку. Develop фильм. И по идее, проявочная будет develop room. А ну-ка. Develop room. Развивающая комната. Ладно, неважно. Примерочная. Fitting room. Поехали. Fitting room. Fitting room. Do you have a fitting room here? Давайте выберем, чтобы я не видел это fitting room. По памяти писал. Повтори еще раз. Do you have a fitting room here? Do you have a... Fitting room here. Так. У тебя есть примерочная здесь. У тебя есть здесь примерочная? У тебя есть здесь примерочная? Спрашивают нас. Do you have a fitting room here? Да, у вас здесь есть... А, у вас здесь есть примерочная. Ну, у вас, у тебя тут такое. Далее.
I want these shirts, especially the white shirt. Так, I want... these shirts. I want these shirts. Especial. Это новое слово. Especial. Особенно. Специальный special, да? А особенно а ну-ка. Специальный. Special. 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 А особенный. Добавляется и. И еще одна L и Y в конце. Especial. Повтори его. I want these shirts, especially the white shirt. Especial the white shirt. Особенно. Так, I want this shirt, especial. Special. Еще одна L, Y, да? Especial the white shirt. Ну, the white shirt, это мы знаем. The white shirt. Я хочу эти. А, эти. Кого эти? Рубашки. Shirts. I want this shirt. It's special. The white shirt. Особенно белую рубашку. Прикольно, что special специальный, а особенный especially. Especially. Ну, еще раз. I want these shirts, especially the white shirt. Especially, да. Especially the white shirt. Так, я хочу эти рубашки, да? Я хочу эти. Подожди. Я хочу эти рубашки, особенно белую рубашку. Угу. Особенно. Especially. Прикольно. Especially. 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 Так, especially. 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 Еще раз. Especially. 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 Так, черное платье очень красивое. Тут the, да, ставится the black dress is really is really красивое, beautiful. Да? The black dress is really подожди. Платье это оно, это is, да? Но ведь не а. The black dress is really beautiful. 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 Ну да. В заблуждение меня этим а увели. Молодцы. Я хочу эти рубашки, особенно белую рубашку. Так. I want. I want these shirts. Особенно, especially. The white shirt. Так. I want these shirts. Especially the white shirt. Да,
Неплохой такой урок. Новые слова. Especially. Fitting room. Ну и все. Ха, ну а шо мало? Так. Замечательно. Зашибись. 45 минут. Вот это я сегодня тупил. Ну, учился, ладно. На сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел это видео, кто изучал вместе со мной. Да? Всем до завтра. До свидания.